Вы смотрите обзор товара Комод Ульяна 2 дюйма серии Пираты, слоновая кость, 80 на 45,5 на 105 сантиметров. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Комод Ульяна 2800/4 Пираты слоновая кость. Если вы ожидаете прибавления в семействе, то хороший и качественный комод вам просто необходим. Рисунок разработан по мотивам произведения Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Комод оснащен четырьмя вместительными ящиками, в которых можно хранить вещи новорожденного, аптечку, крема, подгузники и другие предметы по уходу за ребенком. Сочетание цветовой палитры приятно гармонирует и легко впишется в интерьер вашего дома. Детский комод оснащен раскладным столиком для пеленания, на котором вы можете с легкостью переодеть малыша или сделать лечебный массаж. Производство Россия. Материал ЛБПП. Цвет – слоновая кость. Размер – 80 на 45,5 на 105 см. Артикул – ПКУ2 SL. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.